19 сентября в России пройдут выборы в органы федеральной власти и местного самоуправления. Чтобы обеспечить открытость, а главное честность выборной кампании, в регионах продолжают готовить независимых наблюдателей. Их подготовкой занимается общественный штаб. Он начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Соцпредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 15 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самаргиз» Елена Кольцун. В этом году в регионе за ходом выборов будут следить более 5000 человек. Проведено было за этот период 72 обучающих семинара, в которых обучились 5131 наблюдатель. Набор наблюдателей, так называемый, будет продолжаться. И те лица, которые граждане Российской Федерации, которые захотят быть наблюдателем, у них есть возможность записаться по телефону, который имеется на сайте общественной палаты. В этом году на избирательных участках будут присутствовать и специальные мобильные группы. Их задействуют по всему региону. По две группы во внутригородских районах и по три в муниципальных. Во главе со специалистом, например, квалифицированным юристом, группа будет выезжать на участки и разрешать возможные конфликтные ситуации между наблюдателями, комиссией и избирателями. Следить за тем, чтобы на местах не было провокаций и соблюдались права избирателей. Сейчас известный термин «фейковые ситуации». К сожалению, мы должны тоже на них реагировать и не упустить каких-либо возможных, действительно имеющих место нарушений. Поэтому рабочие группы и мобильные группы, они будут работать и в этот раз, я уверен, эффективно. В прошлые годы работа была, на мой взгляд, полезной для того, чтобы мы содействовали реализации избирательных прав нашими гражданами. Для желающих стать независимыми наблюдателями в июле и августе организуют дополнительные курсы. Преподавателями выступят бывшие члены избирательной комиссии и опытные наблюдатели, которые с 2018 года участвуют в выборных процессах. На курсах расскажут об основных обязанностях, а также о том, как правильно реагировать на провокации или конфликтные ситуации. Так как среди наблюдателей зачастую встречаются блогеры, представители медиасферы рассказывают о правилах распространения информации. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.